Ну, в нашей жизни в ближайшее время довольно сильно и глубоко будет многое меняться, потому что мы переживаем очень крупный технологический и социальный сдвиг. И в его основе лежат те возможности, которые предоставляют новые технологии, не только интернет, но и то, что связано с изменением там, и материального производства, и сферы услуг и так далее, связанные с цифровой эпохой и не только. И прежде всего это то, что у нас появляется возможность действительно, что-то делая, там, и социально, и производя какой-то продукт, общаться непосредственно с каждым потребителем и делать продукт, на самом деле, персонально для него. Это, на самом деле, главное революционное изменение, потому что мы фактически закрываем эпоху массовой продукции, которая была открыта 1,5-2 века назад, и в которой мы привыкли, что все продукты, товары довольно похожи друг на друга и отличаются только, может быть, каким-то обрамлением или удобством. Мы вступаем в эпоху, когда буквально каждый товар может быть сделан персонально, индивидуально для конкретного потребителя и решает вопросы не какие-то обобщенные, а его конкретные жизненные задачи. И, конечно, вся эта эпоха требует существенно более глубокого понимания коммуникационных инструментов, потому что мы должны общаться с миллиардами персонально. И это очень мощный вызов, потому что это не только требует навыков, скажем так, гуманитарных, но и технических. Это big data, это умение анализировать огромные потоки информации, умение коммуницировать с таким количеством людей. Это очень интересный технологический вызов, ну и вызов для профессии.